Привет, зритель. День 7 экономного проекта. Точнее, проекта не потратить деньги на какую-нибудь хрень. Короче, без лишних трат, которые. Вот я сегодня купила себе молоко. Пол-литровое. Почему пол-литровое? Тот, который я обычно покупаю, внезапно закончилось. Не было в наличии. И я что-то вообще подумала, что мало ли, может, оно у меня помрет раньше времени. Ну, или как бы оно тут было... Большое, которое литровое было не совсем такое у сегодняшнего дня, а вот маленькое было с сегодняшнего дня. Ну и оно тут слегка жирное. Обычно я стараюсь, если долго играющее, я стараюсь покупать слегка жирное. А если недолго играющее, то стараюсь покупать не очень жирное, ну или как получится. И в этот раз вот я вот купила пол-литровое молоко, 29 рублей ровно. Если бы платила картой, было бы с копейками, но у меня была мелочь как раз. И в общем... 7-й день, потрачено 29 рублей. Учитывая, короче, плюс, плюс и плюс, то у меня сейчас где-то вот 745 с копейками минус 29 рублей, и вот столько у меня остается на последние 2 недели. Пока, в принципе, я думаю, что я справляюсь. А правда, я вроде как частично себя ругаю, что купила бананы, ну, бананы же фрукты, купила типа виноград. Сама я себя ругаю, что купила шоколадку, но с другой стороны... Уж совсем-то так это, без шоколадки или типа того. Уж совсем грустно, и я же не суть делаю, что на 1000 мне прожить там 3 недели у меня есть еда, просто суть, что не тратить там уж слишком на всякую требуху. Ну, а молоко как бы именно тот самый один из 5, по-моему, продуктов, которые периодически надо покупать. Яйца у меня еще есть. Сметана у меня тут закончилась, но иногда мне тянет очень на сметану. Я могу даже баночку купить и за сутки ее захомячить. Иногда эта баночка у меня долго-долго лежит. И вот сегодня, думаю, вот сегодня она еще ничего, а завтра или послезавтра остатки этой сметаны, думаю, бы уже умерли. Мясо у меня вроде мясные продукты пока еще тоже есть. Грубо говоря, тупо в морозилку нет. Нет места в морозилке, потому что я вчера туда тыковку сунула тертую на освободившееся место от пельменей самопальных, которые, да, действительно, надо было мукой пересыпать. Ну и что там у нас, значит, молоко, яйца, хлеб. Хлеб у меня как бы есть, я и даже, чтобы он не помер, его сухариками сделала. В общем, вот отчет сегодняшний такой. Я не в кадре, потому что я как-то... Во-первых, у меня телефон на зарядке, с телефона не поуправляешь, он совсем практически разрядился. Можно было, конечно, потом смонтировать все и тому подобное, но я такая какая-то сегодня вяленькая. Да, и я так еще не ожидала, что мой очередной, второй уже проект после этого, вчерашний ролик так зайдет у женской аудитории. В принципе, он на нее и был рассчитан, но я не думала, что он зайдет. В общем, завтра планирую... Если не буду помирать, как сегодня, по определенным причинам, то завтра планирую продолжение заснять. В общем, всем спасибо, всем пока и не тратьте деньги на всякую хрень.